Привет, 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 привет. Наступило буржуйское время обеда. И что делают буржуи? Буржуи делают то, что они едут на обед. Куда мы поедем сегодня? Поедем мы сегодня в суши. Японский ресторан суши открыт у нас с 11 утра, уже в полном разгаре. Я очень люблю мисо-суп и очень вкусный его Garden of the Gods, такие вот рольчики. Но это я вам покажу сейчас, мы сейчас поедем. Через 10 минут будем там, увидимся в суши. Чем буржуйский обед отличается от небуржуйского? Тем, что пока ты идешь к своей машине, тебя обязательно завернут, и ты будешь делать работу. Вот чем отличаются буржуи, они много-много работают, поэтому я сейчас быстренько кое-что сделаю в гугле, и мы продолжим наш путь. Я кушать хочу, я голоден, я хочу суши. Вырвался, я все равно вырвался из цепких лап бизнеса, и сейчас поедем на обед. Кстати, вы спрашивали про машину, какую машину купила Валя, в Перископе меня несколько человек спрашивали, я сейчас покажу, она купила себе Mitsubishi. Такая вот тачка, причем она такая яркая, сейчас опустим, давай вот так, такая яркая тачка, Eclipse она взяла за 6500, что ли, 6500, прикольный аппаратик. Так, я пока сейчас быстренько иду в машину и жду Рому, и мы обязательно запустим трансляцию. Сегодня была утренняя трансляция, я встречал солнце, столько приятных людей подключилось и подписалось. Спасибо вам, друзья, добавили меня ВКонтакте. Спасибо. Олег Забугорский, можете меня добавить, но не забывайте делиться моими трансляциями, окей? Кстати, вот, это моя машина. Это моя машина Бьюик, Бьюик Люцерн. Ну, многие даже не знают, что такое Бьюик, но прикольная тачка, правда. Мотор 3.8, зверюга, жрет точно как зверюга. Пока жду Рому, вспомнил, друзья, вы когда смотрите наше видео, пожалуйста, пожалуйста, это меня научили более опытные блогеры, ставьте лайки. Ну, на крайняк ставьте без дизлайки, но я стараюсь, и если какие-то есть замечания, вы ставите дизлайк, пожалуйста, напишите в комментариях. Олега, дизлайк однозначно за твою шляпу. Олег, дизлайк, то найдете причину? Я даже не сомневаюсь. Ну что, мы подъехали позавтракать? Мы подъехали обедать, слушай, я все. Кстати, обратите внимание, у товарища сегодня праздник. У него... Дождался. Сегодня начало сезона, и в 6.30, да? 6.30 по американскому времени нашему колорадску начинается сезон. Бронкос. С кем они? Да, с козлами. Они играют с козлами. Он даже не хочет называть их имя. Нет, да, он... Пантера. Пантера, это кто? И откуда они, сейчас я скажу. Пантерс. Слушайте, маньяк, он просто пришел на работу, одел эту майку в качестве поддержки. То есть это он не собирается идти на игру, он говорит, я сяду дома, налью себе чашку. Какой пиво ты не пьешь, алкоголь? Блин, ну ладно, дай попить. Я спалил его, он не пьет. Вот, и будет смотреть игру. Но, а я ему предлагаю, пошли в бар. Он говорит, бары будут переполнены. Вот я говорю, так тем более, давай посмотрим. Я посмотрим. Ребятам покажу. Поэтому... Если они проголосуют, посмотрим. Проголосуете? Посмотрим. Короче, мы, скорее всего, снимем. Если вам понравятся такие трансляции и записи, будем снимать периодически. Потому что он мне рассказывал про эти игры, американский футбол. Там просто черти что творится. Реактивные самолеты летают над стадионом. Ну, надеюсь, это будет интересно. А сейчас мы, собственно говоря, хотели зайти вот в этот Cricket. Это телефонная компания, сотовая телефонная компания. Здесь местный локал. Пойдем посмотрим, что здесь там такого интересного. Hi. It's pretty loud. Это местная компания. Она обслуживает, так скажем, не большую, небольшую часть.
А спроси, она где обслуживается? Вот это вот, это только only Colorado? Where does the, is it only Colorado Springs or Cricket? No, it's national. А, нет, у нас неправильная информация, они по всему США, но вот эти белые зоны, это необслуживаемые, вот это зеленое, это покрытие. Сейчас мы узнаем, сколько стоит интернет, потому что мой Verizon, это очень дорого, надо что-то узнать. Да, мы сейчас узнали... It's not Russian phone, it's Great China phone. Oh, wow. Great China. One plus two. You know this model? It's one plus two. No, is it like HTC? Yeah, very similar. Мы сейчас узнали, что $70 стоит безлимитный телефон от Cricket. Все, я беру сейчас этот контракт, причем он не требует, так скажем, оплаты годовых, ты можешь взять и через месяц отказаться. Вот, поэтому берем, однозначно берем. Кстати, вы... Да, у меня телефон в офисе, мы сейчас доедем и возьмем. Вот это вот, кстати, вы спрашиваете все время цены, я все время забываю вам посмотреть. Это 6S Plus, 16 гигабайт, самый, как говорится, востребованный, стоит $749.99. Вот такие вот цены. Вот это, кстати, тачки желтые, Nissan, Infiniti белые, ребята, из суши, куда мы ходим? Там. Блин, все время забываю всякие свои девайсики. Вот иду сейчас в кафешку и все время забываю, что мне нужно взять обязательно такую вот подставочку, мой триподик такой для перископа. Я часто выхожу в то время, когда уже многие ложатся спать, и они лежа в кровати смотрят, как мы трескаем суши и наслаждаются. Многие из моих друзей, моих зрителей тут же бегут к холодильнику. Я говорю, закройте свои холодильники и опечатайте их на ночь, чтобы я вас не возбуждал своей едой. Пришли только что в наш японский ресторанчик, в наш, потому что мы ходим сюда регулярно, и это мои друзья, владельцы этого ресторана, и они узнали, что я вчера был, узнали о том, что мы вчера были на презентации в лайвстриме, да, на канале YouTube я показал, они завтра тоже будут заказывать себе новые семерку, вот, подписались на меня, все дружно подписались на мой канал в YouTube. Вот, а сейчас я приступаю к супчику. Мисо суп. Да, кстати, обед здесь стоит на человека $12-14, в зависимости от того, что я заказываю. Очень хороший ресторанчик. Я думаю, сейчас принесут еду, покажу. Сейчас мы сделаем эксперимент, маленький эксперимент. Я закажу на русском языке, сделаю заказ и посмотрим, поймет ли он меня. Ну, они как бы меня знают, они не обидятся. Я как бы этим, конечно, воспользуюсь. Но давайте попробуем. Я хочу заказать мисо-суп. И я скажу ему на русском, принеси еще один мисо-суп, дружище. Вот. Отреагирует он? Нет, я скажу два, потому что вот этот вот человек в Бронкос. Ничего не ел. Он еще хочет. Поэтому я закажу два Бронкос-суп. Два Бронкос. Два Бронкоса. Я тебя точно не пойму. Братух. Сейчас мы попробуем. Don't worry. Yeah, it's recording. Don't worry. Принеси, пожалуйста, еще два мисо-супа. One? Два. One more? Два. Два? Two? Два? Two. Он понял. Респект. Понимаете, поэтому вы спрашиваете, нужно ли знать в Америке английский? Да, нафиг он вам нужен. Учите русский и не материтесь. No, it's for channel, YouTube channel. Okay. See you tomorrow. Yes, see you tomorrow? Да. Yeah. I'm a beer. Yeah, it's not too long. Да, мне выгодно. Ром задал мне вопрос. Он, блин, сейчас позорит. Эй, зараза. Сейчас я включу и вырежу. Я ту хрень вырежу. Ром задал мне вопрос, не боюсь ли я заказывать девайсы на eBay, там в интернете. Нет, не боюсь. Один раз меня кинули на батарейке на $13, я написал жалобу, они мне вернули деньги, и все. Все хорошо, поэтому заказываю и не боюсь.
Наташа с Гришей, с Муи, я сейчас включил через интернет ваше видео, вашего канала. Мне очень нравится оно, спасибо вам большое. Мы сейчас смотрим здесь это видео вместе со всеми посетителями суши-ресторана. Класс. Ну. Покажи свою, Александр. Бери. Вот такой наш, нам здесь делают сушняк. Сушняк вот такой нам делают, да. Вкусный такой, вкусный сучок. Вот он называется Garden of the Gods. Это парк, вот который здесь рядышком, и в котором мы с вами летаем. Если бы мы с тобой сходили в мексиканский ресторан, то я бы сказал, ну, после вкусненького обеда по закону Архимеда полагается поспать. Это после мексов, но и наедаешься так, хочешь спать. После вот этого вот суши... Сейчас, скажешь, пойдем работать. Работать! Это буржуйская страна! Америка не терпит таких лентяев, как ты. Так, все. Это видео я сейчас быстренько монтирую, выкладываю. И мы сегодня с ним идем... в бар, спортбар, где будет рубиться Бронкос и пантеры. И козлы. Ну, он их называет козлами, но они пантеры. Козляны. Все, надо будет узнать, как там чего делать. Я никогда не был на такой игре в баре. Научим. Посмотрим. Научим. Говорит, научим. Не сможешь, но заставим. Что там уметь? Наливай да пей. Все, ребят, обязательно поставьте комментарии и залайкайте это видео. Ну, пожалуйста, надо поддерживать начинающий канал. Спасибо.